национальными. Затем третий участник интегрирует животное на земле. И после этого команда завершает состязание и поднимает руки вверх. Задание это три минуты, но команда может справиться, конечно же, раньше. Отсутствие нарушений правил обращения с животными, лишаться жестокое обращение, непоследовательные удары и петли, удушение лосом, резкое движение по отношению к существам или бычкам. Уважаемые гости, перед началом этого состязания мы бы хотели направить важную информацию. Сейчас на этой арене появляются бычки. Бычки весом 400 кг. Это большая трудность. Не выпускайте из виду. Не давайте детям подходить к ограждению арены. Еще может бежать, и нам действительно может просто пробить ограждение. Оно, конечно, существенное, но, пожалуйста, не подпускайте детей. Пробить ограждение, взять пару пакетов. И сейчас на арене появится бычок и бег с Николаем. Они всех выгоняют, по-моему. Они маленького чёта. Смотри, какой он огромный. Поймал, поймал. Команда, 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 команда
они Они его не положили. Положили, уже балдеют. Ногу, да. А он на руку. Они одного сделали. Вон, да, выпускают еще один. О, боже, бабуль, вот он перепрыгнуть может. А тут все. А что, он дурак, что мы за ним бегали? Так надо уходить, а то он Потеряемся. Я надеюсь, что кто-то отказал себе. Вот этого большого повалило бы. Я его этого фигурного. Ты не справишься. Скажите, пожалуйста, вы очень зрелищный мне кажется, да, по самому деле? Я думаю, что на самом деле, если там
сейчас сделаем оценок от жюри. Я хочу напомнить, что вы птички, которые мы здесь не видели, это черные птички породы. Это ангелус. Это хорошо, наверное. Yeah.
Спасибо большое.
Поймали!
Спасибо вам еще раз огромное за то, что были с нами. Балтийское Родео состоялось. Спасибо вам.
большое, это было потрясающе, да? Друзья, я напоминаю, что у нас по-прежнему работают все зоны активности здесь, на площадке Мираторг. Бургерная, бургер энд фрайс, зона детской анимации, большое количество зверушек, которые вы можете подойти поближе. Все это также здесь у нас сегодня.